коллеги, продолжаем работу. Евгений Александрович Бушман. Вашему вниманию, Евгений Александрович. Что можно сказать о сегодняшнем матче? Могу сказать, что, наверное, все закономерно. Выиграла та команда, которая больше хотела выиграть. У нас молодые ребята, и они только набираются этого опыта игрового, футбольного, жизненного. Да? Возможно, неправильно восприняли победу крупную в прошлом туре. Где-то посчитали, что можно где-то в полсилы обыграть какую-то команду. Понятно, что это так не бывает, здесь невозможно. Это очень сложный турнир, тем более для молодых ребят. Но, опять же, повторюсь, он очень полезный, это тоже опыт, скажем так. Разберем эту игру с ребятами, естественно. Сделаем правильные выводы, в этом я тоже уверен. Так, если говорить в целом, то по этому отрезку, который мы сейчас завершили, в целом достаточно хороший отрезок команда провела, и ребята в этом смысле молодцы. Много матчей было, когда показывали яркий, зрелищный футбол, содержательный, качественный. Поэтому убежден в том, что весной команда будет сильнее, эти ребята будут сильнее, потому что опыт приобретается и переваривается, скажем так, за зиму, да, весной. Уверен в том, что каждый из этих ребят будет сильнее. Поэтому готовимся дальше. Сейчас отдохнем, потом будем готовиться ко второй части. Вопросы? Да, Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, подробнее, какие у вас планы. Сбор, кто будет работать с основой? Те же 8 человек поедут на Кубок ФНЛ на Кипр? Ну, сейчас, да, сейчас у нас на Кипр, по-моему, даже 9 человек. Так, А2. Мы сыграем эту игру, после этого там у нас, опять же, там группа ребят будет за молодежку еще играть. Чемпионат продолжается, да, РФПЛ. После этого уходим в отпуск все и собираемся уже в январе. Начнем подготовку. Кто поедет и за какую команду, пока сказать не могу, это определять чуть позже. Евгений Александрович, если можно, хотел вернуться еще к этому матчу, да? Продолжаете использовать Самсонова на позиции левого защитника, хотя у вас есть целый живой Сокол. И почему была произведена замена Савича? Так, что касается Самсонова и Сокола, ну, во-первых, почему Самсонов слева? Потому что левша нам удобнее, когда игрок левоногий в этой зоне играет. Удобнее так атаковать. В принципе, плюс Артем более опытный игрок. Самсонов, да. А что касается Сокола, молодой парень. Я думаю, что у него все еще впереди. Что касается Савичев. Мне казалось, что он не совсем попал в игру. И хотелось что-то освежить. В принципе, там можно было менять не одного Савичева, а пол команды. Поэтому выбрали Савичева, потому что все-таки он постарше и должен вести за собой команду, в том числе один из первых. Этого не получилось, к сожалению. Еще вопросы? Еще один вопрос? Спасибо. 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 Встречи. До новых встреч.